После подписания масштабной сделки в 2017 году Шонда Раймс наконец-то выпустила свой первый проект для Netflix «Бриджертоны» по мотивам романов Джулии Квин. Это насыщенный событиями спектакль, действие которого происходит в высшем свете Лондона эпохи регентства. В этом видео представлено все то, что вы могли не знать об одном из крупнейших хитов 2020 года. Но прежде чем мы начнем, хотим предупредить, что впереди будут спойлеры. Так что если вы еще не смотрели первый сезон, просто сохраните это видео и вернитесь к нему позже. Будем вас ждать. Шонда Раймс впервые объединила усилия с Netflix еще в 2017 году, и очевидно, что она очень тщательно продумала свой первый шаг на этом поприще. Оказывается, Бриджертоны создавались долго, и сотрудничество между Раймс и ее давним протеже Крисом Ван Дюсеном явно окупилось. Согласно статье в Shondaland, онлайн-издании, созданном командой Раймс, продюсер дала Ван Дюсену копии серии блокбастеров Джулии Квин, и они были очарованы историями писательницы и миром, который она создала. Ван Дюсен сразу же ухватился за идею сериала, сказав: «Мне всегда нравились исторические сериалы, декорации, костюмы, правила. Они изобилуют конфликтами. Но в то же время они считаются традиционными и консервативными. Что касается Бриджертонов, я хотел взять все, что мне нравилось в историческом сериале, и превратить это во что-то свежее, актуальное и интересное». Бриджертоны полны удивительных персонажей, но одна из самых захватывающих частей сериала для большинства его поклонников – это героиня, которая даже не появляется на экране. На протяжении всего сериала таинственная сплетница по имени Леди Уистлдаун потрясает высшее общество Лондона скандальными полурегулярными публикациями, сделанными втайне. Никто не знает, кто такая Леди Уистлдаун, но ясно, что она прекрасно знакома со всеми богатейшими семьями Лондона. Личность Леди Уистлдаун раскрывается в конце первого сезона сериала, но ее голос не принадлежит никому из тех, кого мы видим на экране. Этого персонажа озвучивает легендарная дама Джули Эндрюс, которая идеально исполняет эту роль. Отвечая на вопросы в Твиттере, Ван Дюсен сообщил, что Джули Эндрюс записывала свою закадровую речь удаленно во время сеансов, которые он назвал полным беспорядком. К сожалению, для актеров Бриджертонов у большинства из них не было возможности лично встретиться с Эндрюс. Мы надеемся, что сама Мэри Поппинс сможет появиться на съемочной площадке в будущем. Бриджертоны могут показаться свежим и гламурным развлечением для всех, но, как оказалось, создание этого мира потребовало огромной работы. В интервью Harper's Bazaar Фиби Дайневер, которая играет настоящий бриллиант семьи Бриджертонов, Дафни, рассказала, что актеры прошли через учебный лагерь, чтобы узнать обо всех аспектах жизни эпохи регентства. После того, как в 2019 году их приняли на роль, Дайневер и Рига Пейдж, исполняющие роль Саймона, герцога Гастинга и будущего мужа Дафни, были брошены прямо в водоворот событий. Оба актера прошли 6 недель примерки костюма и тренировок для своих главных ролей, включая уроки верховой езды, игры на фортепиано и этикета. Дайневер и Пейдж определенно на своем месте на ролях Дафны и Саймона, но много работы было вложено в то, чтобы их персонажи воспринимались как настоящие люди, и это результат не только модных костюмов. В Бриджертоне есть немало ярких романтических сцен, и пускай они, как правило, кажутся спонтанными, эти сцены тщательно спланированы и поставлены координатором сериала Лиззи Талбот, которая рассказала Волчер о некоторых неожиданных трудностях во время ее работы над проектом. Одна из ее самых больших проблем была связана с размером кроватей, которые в попытке сохранить дух эпохи регентства должны быть довольно маленькими. Талбот сказала: «Эти кровати не были созданы для людей с таким высоким ростом, как у Реге, и он бы просто свешивался с кровати». Честно говоря, вот в чем заключалась ключевая характеристика. Хореография, размещение людей на кроватях и разработка плана их движений. Так, если повернуться сюда, как нам сделать так, чтобы он не скатился на пол или его ноги не свисали? По мере того, как первый сезон Бриджертонов подходит к концу, сериал раскрывает огромный секрет, в частности, настоящую личность Леди Уистлдаун. Несмотря на все попытки Элоизы Бриджертон разоблачить сплетника, только зрители знают, что кроткая и милая Пенелопа Фезерингтон, близкая подруга Элоизы и дочь богача Фезерингтона, о которой часто забывают, как раз и несет ответственность за послание Леди Уистлдаун. В интервью Entertainment Weekly актриса рассказала, что заранее уведомила об этом повороте. Просматривая онлайн-форумы фанатов, посвященных книгам, она обнаружила, что Пенелопа посчитали Леди Уистлдаун, и она подтвердила, что эта сюжетная линия останется неизменной в сериале. Она сказала: «Для меня подобный поворот был действительно важен, потому что он полностью менял характер героини и отношение к ней. Это означает, что именно она все это время тщательно прислушивалась ко всему. Она могла быть одновременно самым незаметным человеком в комнате и в то же время была способна контролировать все лондонское общество, в то время как на нее смотрят свысока. Это сильно повлияло на мою роль». Что касается того, были ли ее коллеги по сериалу осведомлены об этом повороте, Кофлан сказала, что она не хотела портить веселье для тех, кто не знал этих деталей. Но когда люди угадывали правильно, она довольно быстро признавалась.
Первый сезон Бриджертонов заканчивается одним огромным вопросом. Что случилось с мистером Бриджертоном? Виолетта часто ссылается на своего мужа, и очевидно, что у них были любящие отношения, и они наслаждались счастливым браком до его смерти. Тем не менее, самые последние моменты финала первого сезона могут содержать не только важную подсказку о мистере Бриджертоне, но и то, что может произойти дальше с сериалом. Когда Саймон и Дафни наслаждаются совместным счастьем после того, как героиня родила их первого, пока еще не названного ребенка, камера показывает подоконник их особняка, где летит шмель. Этот шмель, похоже, является прямой отсылкой на одну из книг Квин «Виконт, который меня любил», где читатели обнаруживают, что смерть мистера Бриджертона была вызвана фатальной аллергической реакцией после укуса пчелы, в результате чего его старший сын Энтони стал новым виконтом с совершенно новыми обязанностями. И пускай причина смерти мистера Бриджертона не была раскрыта в первом сезоне, нежелание Энтони возглавить семью Бриджертонов играет огромную роль, так что, возможно, это насекомое указывает на то, что Энтони будет в центре внимания в будущем. Пока неизвестно, будет ли Ван Дюсен вкладывать эту сюжетную линию в будущие сезоны сериала, но поклонники книги точно поняли, что означал этот шмель. Частью общей магии Бриджертонов является внимание к деталям и устройству мира, которые были созданы талантливыми художниками-постановщиками и дизайнерами костюмов, работавшими за кулисами. В короткометражке, выпущенной Netflix, дизайнер костюмов Эллен Мирожник говорит, что пускай она пыталась сохранить историческую точность в целом, она также хотела включить некоторые современные штрихи, которые никто бы не увидел в 1813 году. Мирожник заглянула в самую глубь вещей. Внимательные зрители заметят, что Бриджертоны всегда носят тонкие, мягкие пастельные тона, в то время как Фезерингтоны одеты в яркие, привлекающие внимание цвета. Между тем, Бесси Картер, которая играет Пруденс Фезерингтон, говорит, что Мирожник показала ей книгу с образами на первый сезон, иллюстрирующую другой взгляд на старинную одежду, более привлекательный и менее исторически точный. Реалистичны они или нет, но костюмы – жизненно важная часть сериала, и очевидно, что труд, вложенный в них, стоил затраченных усилий. We want it to be a period drama like you've never seen before. Мир Бриджертонов всегда кажется беззаботно и элегантным, но по словам звезды сериала Николы Кохлан, на съемочной площадке случались довольно неприятные моменты. В интервью Good Morning America Кохлан рассказала, что ее миниатюрный рост привел к некоторым травмам на съемочной площадке. Поскольку актриса немного ниже, чем почти все ее коллеги по фильму, съемочная группа попыталась исправить ситуацию, поставив ее на очень высокие каблуки. Однако это создало неожиданную проблему, поскольку Кохлан, рост которой всего 157,5 см, не могла ходить на них и упала не менее трех раз в первый же съемочный день. Каблуки в конечном итоге привели к ужасным последствиям, и, по словам Кохлан, от них поспешили избавиться. Once was holding a dog and once was holding a parasol, which I fell and stabbed Claudia Jesse, who plays Eloise, right in the hand and drew blood. Oh, no. So they got rid of the heels. Ясно, что небольшой рост Кохлан был не так критичен, чтобы закрыть глаза на такие кровавые события на съемочной площадке. Кто же знал, что актерский состав сериала окажется настолько опасным? На протяжении первого сезона каждый член семьи Бриджертон получает свою долю внимания, в том числе Бенедикт в исполнении Люка Томпсона. Сюжетная линия Бенедикта довольно интересна, поскольку у него нет головокружительных обязанностей Энтони, и он предпочитает проводить время на запрещенных вечеринках в компании мужчин и женщин явно более низкого социального положения. You are a Bridgerton, yes. I see my reputation precedes me. Бенедикт также демонстрирует серьезный художественный талант, используя эти вечеринки, чтобы находить моделей для рисования. Как выяснилось, у Томпсона и Бенедикта есть общий талант. В своем посте в Инстаграм, в котором он поблагодарил и выразил признательность всем актерам и членам съемочной площадки, герцог Гастингс Рене Пейдж выложил отлично нарисованного смеющегося главного героя. В начале описания к посту Пейдж подтвердил, что набросок был сделан Томпсоном, который нарисовал портреты нескольких актеров в качестве подарка к концу первого сезона сериала. Томпсон явно талантливый актер и художник. И тот факт, что он нарисовал своих коллег по сериалу, делает его еще более привлекательным. Посмотрите новые видео на нашем канале, к тому же скоро выйдут и другие ролики про ваши любимые фильмы и сериалы. Так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео.